Арксплюй Продакшн представляет. Шутки при прибаутке, но тут Владмирс появляется на 11-й минуте. Да, хороший предмет. Знаешь ли, этот Владмирс. Я вообще люблю Владмирс очень. Тут Рошана, благодаря этому Владмирсу очень легко убить можно. Они бы его и так убили. Хускар очень неплохой боец с Рошаном, но сейчас с Владмирсом, если Фанник подойдет, еще проще будет. Но, правда, Фанник пока занят другими делами. Фанник пошел кого-то искать. У Лимпа, кстати, Радианс появится довольно ранний, то есть это будет там 12-й, 13-й минута. Дитяра, ох! Там дитяра от Рошана не умер, его забашил Рошан. Не, ну вот это самое неприятное, когда ты играешь Хускаром, пытаешься убивать Рошана, то когда он тебя башит в момент переключения армлета. Ой-ой, Ханскин подходит сюда, Ханскин надо очень быстро сбить, Ханскин забивает в толпу, боже. А его не видно, он не в низе! А, в низе. А Егис забрал, да ладно. Сейчас еще бы дитяру, если бы убил с удара, это был бы просто последний фейл года. Висп в инвизе. Его просто не видно даже комментаторам, что он в инвизе. Валве, пожалуйста, в конце концов, сделайте что-то, чтобы было видно, что он в инвизе, или там в смоке, или там еще с чем-то. Да, но тут, конечно, очень четко сделал все Ханскин. Забирает, ворует Аегис. Ну,